Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Оп. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор масла арники Био. Масло арники получает мацерации этого лекарственного растения на миндальном масле. Масло арники очень полезно, но даже в виде мацерата его надо применять с осторожностью и строго дозированно из-за токсичности растения. Потому нужно предварительно провести аллерготест. Косметики арника, ее масло, экстракт, гидролат используются как противовоспалительные, очищающие, тонизирующие, увлажняющие средства. Применение масла арники в косметике таково. Средство для жирно поврежденной угревой сыпи, мази и смеси масок для обезболивания ушибов, для массажа при болях в мышцах, для снятия отеков, против перхоти, выпадения волос, средства при акне и угревых высыпаниях. Средство от целлюлита. Косметические свойства масла арники Био таковы. Мощный противовоспалительный компонент арницин, содержащий в арнике, признан одним из сильнейших стимуляторов для повышения сопротивляемости кожи. Оптимальный ингредиент в тонике, лосьоны и другие уходовые средства для проблемной угреватой кожи, кожи с акне и другими воспалительными недугами. Повышает метаболизм клеток и улучшает кровоток. Хорошо устраняет темные круги и отечность. Успокаивает больную кожу. В шампуне добавляется против перхоти и от выпадения волос. Вот такой бутылочке мы отправляем масло арники Био нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!